Фуровери Island Resort and Spa был открыт в 2016 году. Это новый отель. До этого на острове не было никаких построек. То есть это был такой зеленый, большой-большой остров. Мы достаточно большой остров по размерам Мальдивских островов. Настоящий такой природный, красивый заповедник с красивыми мангровыми зарослями. Мы по минимуму делали какие-то посадки, потому что, собственно говоря, вот остров был сам очень такой самодостаточный и зеленый. Размеры острова. 200 км в длину и 700 метров в ширину. Вот вы видите, он выглядит, вот, наверное, вот как ладошка, да, размером с ладошку, такой вот формы. Очень такой вот красивый, уютный, с прекрасным пляжем, с хорошим домашним коралловым рифом, который окружает остров по всему периметру. Очень зеленый и достаточно большой, да. Еще раз повторюсь, 200 км на 700 метров, потому что не все на самом деле острова имеют такую площадь. Есть где прогуляться, есть где разгуляться, поездить на велосипедах, пройтись пешочком, подышать свежим воздухом. В этом на самом деле кайф, потому что на Мальдивах, вы знаете, острова, отели. То есть каждый отель – это отдельный, каждый остров – это отдельный отель. Поэтому за территорию отеля вы уже никуда не выйдете, да, только если на экскурсию или на какую-то водную прогулку. Поэтому это очень важно, когда у отеля большая территория. Я специально на этом делаю акцент, потому что это на самом деле важно. Мы базовая пятерка, то есть мы 5 звезд, стандарт, со всеми абсолютно услугами, присущими отелю 5 звезд. Об этом я расскажу чуть попозже. Вот я специально остановилась немножечко на этой карте, чтобы вам было видно, где и как расположены у нас виллы. Вот с этой части, с юга, да, у нас одна часть острова не застроена, там у нас так называемые мангровые заросли. Там никто на самом деле не гуляет, никто не живет, мы просто постарались максимально сохранить вот первозданную природу. Как до нас можно добраться? До нас можно добраться двумя способами. Гидросамолет в пути 40 минут, либо на внутренних авиалиниях 20 минут в пути на самолете плюс 45 минут на скоростной лодке. Это тоже важная информация. Во-первых, плюс в том, что можно комбинировать два вида трансфера. Во-вторых, плюс в том, что можно выбирать тот вид трансфера, который более доступный вам. Наши бич-виллы, и на второй категории, на второй линии у нас находятся гарден-виллы. Что касается номеров, у нас 107 вилл и 6 категорий вилл. Сейчас я по ним еще пройдусь потихонечку. И вот на данном слайде у нас видны бич-виллы. Бич-виллы имеют прямой выход к морю. И гарден-виллы, они находятся на второй линии. Их у нас 25. Они у нас сформированы в два домика рядышком стоящих, которые могут коннектиться между собой. И одна вилла, конечно, вот, ну, 25-я, да, она у нас отдельно стоящая. Вот, гарден-виллы, они самые доступные у нас по стоимости, прекрасный вариант для тех, кто хочет поехать в отель 5 звезд и немножечко, наверное, сэкономить, получить уровень отеля 5 звезд и все-таки, ну, наверное, немножко сэкономить. Следующие категории вилл – это у нас Донни Пул виллы и Бич Пул виллы. Они у нас находятся уже с правой стороны острова. Это виллы с бассейнами, все также очень приватные, также имеют прямой выход к пляжу. С хорошим пляжем они у нас, с хорошим очень купанием. Вот вы видите домашний коралловый риф, виден домашний коралловый риф, окружает остров по всему периметру. Также у нас есть понтон с водными виллами. Это водные виллы, которые углубляются, да, немножечко в коралловый риф. И одна у нас двухспальневая вилла находится также на водном понтоне. Все виллы имеют площадь от 100 квадратных метров. В каждой вилле можно разместить двое взрослых и двое детишек. И вот в том, наверное, и фишка нашего отеля, что мы большой зеленый остров. Разнообразие вилл от самых базовых категорий до
вилл с бассейнами. Все виллы очень просторные, в каждой вилле можно разместить двое взрослых и двое детей. Одна двухспальневая вилла, 107 вилл, 6 категорий вилл, и теперь мы немножечко пройдемся уже по самим виллам. Первая вилла – это у нас гарден, базовая самая категория, это одна комната, большая кровать king size, диванчик дополнительный, есть полностью оборудованный уголок с чаем и кофе, есть также кофемашина в номере, и вот сзади за кроватью у нас уже идет ванная комната, огромные ванные комнаты с душем на открытом воздухе, с ванной, с джакузи. У каждой виллы есть терраса полностью оборудованная. Вот так у нас выглядят ванные комнаты, ванная с джакузи и душ на открытом воздухе. Очень просторно, уютно, симпатично, красиво. Следующая категория вилл – это бич-виллы. Бич-виллы уже, как я говорила, находятся на первой линии с прямым выходом к пляжу. Также имеют полностью оборудованную террасу. Это также одна комната, тоже 100 метров квадратных, с диванчиком, который можно использовать как дополнительное место. И также можно поставить дополнительную кровать экстра-бед. Таким образом, у нас получается 4 человека в одной вилле. Дети до 12 лет. И, кстати, сейчас у нас действует спецпредложение. Я буду об этом еще напоминать. 45% скидка. И при бронировании с сегодняшнего дня до 31 октября и с заездами до 31 октября дети у нас, мы повысили возраст детей до 16 лет. То есть детишки у нас достаточно большие, до 16 лет могут приезжать и проживать и кушать бесплатно. Еще один ракурс бич-виллы. Ванная комната. Также огромная ванная комната открытая, с душем на открытом воздухе, с таким небольшим садом внутри. Красивая ванная комната. Третья категория снизу у нас была гарден-вилла, бич-вилла. И третья категория снизу, да, посерединочке она у нас находится, это у нас виллы на воде, водные виллы. Они находятся на водном понтоне, их всего 13, у нас немного. В этом на самом деле плюс, у нас такой достаточно маленький процент азиатского рынка, да, который, может быть, не все очень любят, потому что они немножко шумные, беспокойные. Вот. И они любят у нас отдыхать на водных виллах. Вот так как у нас водных вилл немного, то, соответственно, процент данной категории клиентов у нас не очень большой. Все виллы имеют спуск в воду, оборудованную террасу. Также виллы просторны, 98 квадратных метров. Это кровать king size. Вот видите диванчик. Здесь он у нас уже хорошо виден, да, это такой диван размера кровати полуторки, которая трансформируется в дополнительную кровать в экстра-бед. Также можно поставить еще дополнительную кровать. В любой вилле можно поставить две даже дополнительные кровати, если, допустим, клиенты не хотят размещаться на диванчике. То есть детям можно поставить две доп. Кровати. Места достаточно. Водная вилла, также с другого немножко ракурса, терраса полностью оборудована и спуск в воду. Совершенно прекрасное купание у нас на воде. С вилл на воде можно хорошо спускаться, там хороший спуск, хорошее купание, достаточно комфортная, хорошая, большая глубина, поэтому можно запросто купаться, нырять с масками, трубками, снорклить, смотреть на подводный мир окружающий. Ванная комната также очень просторная, с ванной, с душем, туалетом. Вот две такие красивые раковины, да, для него и для нее, с полностью оборудованными набором принадлежностей для мужчин и женщин. И переходим к следующей категории виллы. Это у нас виллы с бассейнами. Они у нас находятся на другой части острова. Донипул виллы и бичпул виллы. Донипул виллы, вернее, простите, бичпул виллы, начинаем с бичпул вилл, имеют полноценный бассейн. Их площадь уже 150 квадратных метров. Просторная, свободная, красивая комната с кроватью king size, да, с небольшой такой гостиной зоной, с рабочей зоной, с диваном.
И сзади у нас ванная комната. Красивейшие просто очень ванные комнаты, очень просторные, уютные. Вот, кстати, еще один, да, ракурс нашей бич-виллы, бич-пул-виллы. С полностью оборудованной террасой, терраса с бассейном, с таким вот дейбед, да, с таким вот лежаком-матрасом, да, под открытым воздухом. Лежаки под зонтиками, конечно же. Такая небольшая газебо-беседка. Очень классная, красивая такая вот уютная терраса. Бич-пул-вилла имеет прямой выход к океану, большая широкая пляжная полоса, хорошее купание, также лежаки закреплены за каждой виллой у нас на пляже. Ванная комната с огромной круглой ванной, красивой, и душем на открытом воздухе. Вот такая красота. И следующая категория – это дони-пул-виллы. Вот видите, да, они у нас обозначены таким вот флажком. Они имеют форму лодки дони. Крыши выполнены вот в таком вот форме лодочки. И по соседству у нас бич-пул-виллы. Дони-пул-виллы имеют площадь 200 квадратных метров, очень тоже просторные, светлые, уютные, кровать king size, диванчик, рабочая зона, небольшая зона гостиной, также полностью оборудованные, с огромной такой вот зоной гардеробной, терраса полностью оборудованная, беседочка, полноценный бассейн, и вот там у вас уже вот ваши приватные лежаки на пляже. Ванная комната тоже на открытом воздухе под таким вот навесом, очень красивая, уютная, большая, просторная. И шестая категория – это двухспальневая вилла. Она у нас находится на воде, на самом окончании понтона, с красивейшим просто видом, с видом на закат, с двумя спальнями. При бронировании данной категории виллы предоставляются услуги батлера, также спуск в воду, большой бассейн, две беседки, такие вот газебо, очень приватные, уютные. Уютная, классная, стильная, симпатичная вилла. Огромная площадь у нее, 500 квадратных метров. Вот такая вот уютная красота. Внутри у нас две спальни. Одна спальня с кроватью king size, вторая спальня с кроватями twin. Шикарные ванные комнаты, очень уютные, стильные, такие декорированные, много светлого дерева, камень. Красивые декорации из кокоса. Что касается типов питания. Отель работает на всех типах питания. Мы предоставляем завтраки, проживание на завтраках, на полупансионе, на полном пансионе и на все включено. Для любой категории клиентов, пожалуйста, выбирайте любой тип питания, который вам удобен. Если семья, наверное, выгоднее взять все включено. Да? Если едет пара, и пара хочет выбирать, где им покушать, когда покушать, что покушать, то тогда, наверное, лучше брать хавборд или завтраки. Основной ресторан. Завтраки, обеды и ужины по системе «Шведский стол». Вот такая вот красота. Наш азиатский ресторан. Там у нас предлагается кухня паназиатская. Красивейший, огромный, с огромной также террасой на открытом воздухе, с видом на закат. Просто на самом деле такое необыкновенное место, очень красивое, уютное, стильное, с прекраснейшей вкуснейшей кухней. Вот такой вот он очень весь яркий, светлый, мраморный внутри. Вот еще раз, да, где располагается. У нас в этом ресторане, в азиатском, есть такой... мини-ресторан, так скажем, азиатской японской кухни под названием тепаньяки. Шеф-повар готовит при вас на такой большом таком столе-гриле, да, такой металлический большой стол, и при вас он готовит различные блюда. При всем при этом он играет различными приборами, ножами, какие-то здесь показывает фокусы. Так все это в такой немножко шутливой манере. На самом деле очень классно и очень вкусно. Все это на открытом огне, все это очень здоровое питание, безумно вкусное. В то же время пролетает незаметно. Это очень интересно, увлекательно, поэтому обязательно пробуйте, если вы где-то
увидите вот такую штуку, тепаньяки ресторан, обязательно попробуйте. Вот он у нас есть на Мальдивах, в нашем отеле Фуравери и в нашем ресторане. Как выглядит у нас остров? Вы видите вокруг острова домашний коралловый риф, такая хорошая очень карта, мне нравится, как она показывает отель сверху. Еще одной точкой обозначен у нас ресторан, называется он Фалан. Это ресторан, расположенный на понтоне. Ресторан открытый, да, под открытым воздухом, очень красивый. Гриль-ресторан. Мы готовим там различные блюда на гриле, морепродукты, мясо. Осталось на самом деле уже немного. Мексиканский наш ресторан. Там мы сервируем различные мексиканские закуски, севиче, тапос. Прекрасный бар. Также у нас находится на основной части острова рядом с основным бассейном. Там можно также покушать по меню. Очень классно сделаны напитки. Кстати, всех клиентов наших по приезду мы приветствуем с таким вот приветственным напитком в кокосе. Вкусным, красивым и полезным кокосовым напитком. Наш спа-центр. Обязательно хотела на нем, конечно же, остановиться. Это огромный спа-центр. 8 павильонов, процедурных кабинетов, которые расположены среди вот такой вот буйной зелени. На самом деле, как будто бы утопает в саду. Прекрасная техника у наших спа-терапевтов, которые проходили у нас обучение в спа-академии в Таиланде. Итак, наш спа-центр, о котором я уже упомянула, терапевты с прекрасной просто техникой проходили обучение в спа-академии в Таиланде. Огромный, красивый, очень зеленый спа-центр. У каждого спа-павильона есть свой такой небольшой бассейн. Вот так вот это все живописно, очень красиво выглядит. Каждому гостю, кстати, в нашем спецпредложении, о котором я не устаю повторять сегодня всю программу, всем гостям предоставляется 30 минут бесплатного массажа для пары, совершенно бесплатно, то есть бронируйте по нашему спецпредложению 45% и получаете еще 30 минут спа бесплатно. Такой вот комплимент очень приятный, поэтому у всех наших гостей будет возможность попробовать прекрасный наш спа. Различные экскурсии, водные виды спорта. Ну, во-первых, конечно же, благодаря нашему домашнему коралловому рифу прекрасная возможность понаблюдать за подводным миром, вот, собственно говоря, не отходя от вашей виллы, да, буквально в 15 метрах от пляжа находится домашний коралловый риф. Вы получаете маску и трубку в нашем дайвинг-центре. Все это предоставляется бесплатно. И самостоятельно изучаете подводный мир. Очень, на самом деле, классный, живописный, с множеством рыбок, черепах. Просто необыкновенно красивый подводный мир. Буквально у ваших ног. Такие вот морские обитатели живут в нашем коралловом рифе домашнем. Их можно запросто увидеть собственными глазами. Также можно... Да, и акулки, кстати, у нас... Да, верно, Денис, говорите. У нас есть акулки маленькие, такие рифовые, которые в свободном плавании находятся, в свободном режиме, плавают вокруг рифа. Их также можно встретить. Они совершенно безопасные, похожи на такие большие рыбу-молот, может быть. Вот, поэтому их тоже можно встретить. Для любителей дайвинга, конечно же, у нас есть возможности заняться дайвингом. Если у вас есть сертификат ПАДИ, вы берете у нас в аренду оборудование, и можно также заняться дайвингом. Различные водные виды спорта, центр водных видов спорта предоставляет различные и серфинги, и кайтсерфинги, и различные надувные лодки, бананы, каяки, катамараны, каноэ, и чего только мы не предоставляем, и джетски. Все немоторизированные водные виды спорта бесплатно, и те виды спорта, где используется мотор, они идут уже за дополнительную плату. Такая вот красота. Также у нас есть интересные возможности романтических ужинов. Вот у нас такая неподалеку находится коса, это называется Sandbank Dining, да, ужин для двоих на песчаной косе,
Туда мы отвозим пару, накрываем стол, у вас личный шеф-повар для вас готовит всякие разные вкусные блюда, ваш личный официант все это дело для вас сервирует, очень красивая романтическая обстановка. Что касается развлечений в отеле, то развлечений в отеле на самом деле огромное множество. Есть различные тематические вечера в нашем основном ресторане, в буфете. Это и мальдивская ночь, это итальянская ночь, это даже монгольская ночь, тайская ночь. И в соответствии с каждой тематикой у нас каждый день приходят какие-то такие вот развлечения. Различные вечера тематические, барабанщики Боду Беру у нас танцуют, да, и... прекрасная девушка у нас есть, исполняет разные красивые хиты, итальянка. Есть также у нас и комната для караоке, есть и настольные игры. Вот, кстати, для любителей такого спортивного образа жизни, да, у нас есть, конечно же, тренажерный зал полностью оборудованный, всем необходимым. Что касается детишек, это огромный детский клуб с большой площадкой под навесом, с различными разнообразными играми. Я даже себе вот специально положила нашу программу перед собой, чтобы вам озвучить, что входит в программу для детишек, потому что огромное множество всего. Детский клуб, мы принимаем детей от 4 до 11 лет, и, соответственно, программа делится для детишек от 4 до 7, от 7 до 11 лет. Различные программы, в зависимости от возраста детишки, поменьше, конечно, делают какие-то более такие... такие, наверное, развивающие, такие простые вещи, да, и детишки постарше, уже подростки, они, конечно, уже играют и в бильярд, и в теннис, есть и уроки настольного тенниса, акваэробика, это и шоу талантов, это и диско, и изучают традиционные танцы, и караоке поют, и фильмы смотрят, а детишки поменьше, у них такие вот более, наверное, такие вот, ну, детские, что ли, игры, они играют в боулинг кокосами и разрисовывают футболки, и делают какие-то печеньки, лепят, да, мастер-классы по изготовлению различных традиционных блюд, и коктейли в баре готовят всякие вкусные шейки, и изучают окружающий мир, и у них есть различные такие активные подвижные игры, как поиск сокровищ и изучение подводного мира, да, то есть им рассказывают такая вот как-то что-то типа урока биологии, вот, и устраивают они гонки крабов, да, то есть смотрят на вот то, как крабики выбегают из своих норок, ну, это такое, на самом деле, исследовательское даже больше впечатление мероприятие. В детском клубе у нас русскоговорящей няни нет, но у нас есть русскоговорящий представитель в отеле. Она, конечно же, всем и всегда, всем всегда помогает. Если будет необходимость, она, конечно же, поможет в детском клубе с детишками. Детишки, но на самом деле детям, наверное, это не очень необходима русская няня, потому что дети находят общий язык совершенно просто каким-то магическим образом с детишками разных национальностей. Кстати, вот у нас детские бассейны небольшие, основной бассейн центральный. И был у нас вопрос свадеб. Да, у нас есть различные свадебные церемонии от 900 долларов до 1500 долларов за церемонию, различные пакеты. Есть также возможность, конечно же, организовать tailor-made свадебную церемонию, да, так, то есть свадебную церемонию по вашему вкусу. Если вы хотите просто сделать, допустим, праздничный торт, красивую декорацию, просто красивые сделать фотографии, то, пожалуйста, это можно тоже все организовать, собрав, так скажем, из отдельных кусочков вашу собственную свадебную церемонию. У нас есть, кстати, свадебный павильон, в котором мы предлагаем около 500 видов платьев, свадебных платьев, которые можно взять в аренду и вот проиграть так называемую символическую свадебную церемонию. На самом деле это очень тоже классно и необычно. Такие вот красивые еще фотографии. Очень зеленый, красивый пляж. Вот так вот встречают всех наших гостей. Смотрите, мы подходим всем категориям клиентов. Семьям с детьми. Так как у нас есть все абсолютно услуги для детей. Кстати, я еще не упомянула, у нас есть и два теннисных корта.
Мы подходим парам и молодоженам. Молодым парам, также парам повзрослее, да, может быть, которые ищут спокойный, размеренный отдых.